Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы «Букинформ». В студии Павел Белявский. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Настоящее искусство бессмертно. Настоящих артистов любят и ждут. В Бресте проходит 27-й международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». Рождественские подарки жителям региона от руководителей областной вертикали. В Бресте состоялось торжественное открытие нового хирургического корпуса Брестского областного онкологического диспансера. Достойная награда для достойного коллектива. Сотрудники мемориала «Брестская крепость-герой» стали лауреатами специальной премии президента Беларуси. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. В 27-й раз в городе над Бугом свой занавес открыл международный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». За свою историю музыкальный марафон принял блистательных артистов из 33 стран. И свыше 65 тысяч поклонников Ее Величества музыки посетили насыщенную концертную программу. В этом году январские музыкальные вечера вновь готовы удивлять искушенного зрителя. Более 300 музыкантов и вокалистов из 11 стран мира выступят на концертных площадках Брестского академического театра драмы, музыкального колледжа имени Григория Ширма, а также Костела, где состоится концерт органной музыки. На протяжении 4 дней они будут исполнять шедевры классической музыки и радовать поклонников своим неподражаемым вокалом и мастерством. Об открытии музыкального форума и об открытиях первого фестивального дня расскажет Виктория Драгобецкая. Духовой оркестр под руководством настоящего Деда Мороза, развивающийся на ветру афиша и предвкушение праздника. Такова преамбула первого фестивального дня январских музыкальных вечеров. Благодаря такому оригинальному зачину гости, переступившие порог Брестского академического театра драмы, кажется, были готовы к любым сюрпризам, в том числе и на торжественной церемонии открытия 27-го сезона классической музыки. Первый день всегда очень торжественно, и это очень как-то приятно прийти, начало чего-то нового, хорошее впечатление. Чего ждете от фестиваля? Наверное, хорошего настроения и просто получения душевного удовлетворения и удовольствия. Всегда новые лица, новые участники, неподражаемые таланты, как сейчас, например. Ну, разве есть еще кто-то подобный баритон, как Захаров? Ну, очень, если есть, то это очень редко, очень мало. Это мероприятие всегда проводится на очень высоком уровне. Хочется каких-то новых впечатлений. Ну и вообще праздник, Рождество. Хочется ощущения праздника. Итак, третий звонок прозвучал. Аплодисменты, приветственное слово от представителей области и Министерства культуры. К слову, как и ожидалось, в зале царил аншлаг, а вместе с ним волнительная атмосфера предстоящего действа. Начальный рождественский аккорд фестивалю дал Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича. Дирижер столичного коллектива, народный артист страны, лауреат Государственной премии Беларуси Михаил Дриневский сомкнул пальцы, и публика замерла. В первый фестивальный день звучали фортепианные партии Рахманинова в исполнении пианиста из Литвы Паулюса Андерсена, сопрано дивы оперных театров Польши Йоананы Наврот и других выдающихся исполнителей. Конечно, наибольший восторг у гостей вечера вызвал несравненный баритон народного артиста, блистательного певца и деятеля культуры России Сергея Захарова. Однако это далеко не все открытия, которые ожидают почитатели классической музыки на протяжении всего форума. Очень хорошие музыканты. Вы знаете, вчера мы слушали репетицию. Молодые вокалистки из Польши, замечательная, вот, и Анна Наврот. Приезжает наш национальный хор, он специально делал программу. Он делал программу «Народные песни» в обработке композиторов. Будет одно произведение композитора нашего Любчука Сергея, заслуженного работника культуры, свои обработки и потом духовная музыка. Впервые на форуме будет представлен такой музыкальный жанр, как опера. Во второй фестивальный вечер Молодечинский молодежный музыкальный народный театр представит оперный спектакль в двух действиях «Михаил Калиафас Агинский. Неизвестный портрет». Это событие далеко не единственное приятное открытие, которое подарит фестиваль классической музыки. Классика, она всегда является, наверное, основой любой культуры, значит, живописи, музыки и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, что если мы будем помнить и заботиться о классике, то мы, конечно, будем впереди и будем думать о будущем
значит, того или иного направления. Хорошо отношусь, и вот эти мероприятия, конечно, они очень важны не только для жителей нашей области, я считаю, для республики. Виктория Драгобецкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Целая плеяда артистов с мировыми именами на несколько дней приехала в славный Брест. Однако не только концертами и торжествами известны январские вечера. Чтобы поделиться своими навыками и умениями с начинающими музыкантами, в культурную столицу 2015-го прибыли профессиональные музыканты, талантливые ученые и педагоги. Открыла череду обучающих семинаров профессор, заведующая кафедрой фортепиано и член Сената Литовской академии музыки и театра Вероника Витайте. Насладилась талантом неподражаемой пианистки и Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Смотрите ее материал. Именно так ярко и живо прошел уникальный по своему формату мастер-класс. Впервые в Бресте на базе музыкального колледжа имени Григория Ширмы открытые уроки фортепианного искусства для студентов и педагогов учебного заведения давала профессор, талантливая пианистка Вероника Витайте. Мастер-класс приурочен к фестивалю «Январские музыкальные вечера». И он, к слову, не единственный в большой программе. Мастер-класс сегодня с замечательными профессорами Вильнюсской музыкальной академии музыки и театра. Это профессор Витайте и профессор Александра Жверблите. И приедет москвич, который 11 числа в 15:30 дает в костеле большой концерт из произведений Баха. Пианист – это человек богатый духовно, неоднократно подчеркивала во время мастер-класса Вероника Витайте. Пусть не всегда его труд удовлетворяет список материальных потребностей, однако особенный внутренний мир и уникальная потребность нести радость другим отличает именно музыкантов, которые, как никто другой, знают, кто такие Гайден и Моцарт, Бах и Бетховен. Постигая фортепианное искусство через произведения композиторов-легенд, они касаются самого дорогого, что есть в человеке – его души. Все это требует большой работы, и если кто уже на самом деле решится стать концертирующим пианистом, это очень-очень трудная специальность. Люди к праздникам, так сказать, делают прически, готовятся, идут отдыхать, а артист, выходящий на сцену, он сидит 8 часов, работает, он тоже должен красиво одеться, но он должен выйти, прекрасно быть в форме и, так сказать, показать слушателям, собравшимся, высокое искусство. Несколько музыкальных часов были особенно полезны как молодым музыкантам, так и уже состоявшимся педагогам. Развитие моторики рук, музыкального слуха, оттачивание мелодичности звучания. И это не полный список того, на чем акцентировала внимание гостей во время мастер-класса Вероника Витайте. Ведь пианист – это большая полифония качеств, сформировав которые можно достичь больших творческих успехов. И даже не став, например, артистом, а работая с детьми и молодежью, можно просто наслаждаться тем, что жизнь посвящена музыке и приобщению других к чему-то возвышенному, духовному. Если даже не станет человек с мировым именем, это не важно. Все равно он прекрасный музыкант, он будет... Ну, не на самых престижных сценах выступать, будет тоже где-то выступать, будет работать педагогом, воспитывать других. Это тоже все равно человек счастливый, и все равно он делает прекрасную работу. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. В преддверии православного праздника Рождества в городе над Бугом состоялось долгожданное новоселье. Торжественно открыл свои двери для пациентов новый хирургический корпус Брестского областного онкологического диспансера. Новое пятиэтажное здание, оснащенное современным оборудованием, станет хорошим подспорьем для тех, кто долго ожидал своей очереди для получения медицинской помощи. С его открытием появятся новые операционные, а значит, медицинская помощь станет более качественной и доступной уже на местах. На торжественной церемонии открытия побывала и наша съемочная группа. Этого торжественного события в Бресте ожидали почти 4 года. В новом корпусе учреждение здравоохранения нуждалось особенно. За время существования онкодиспансера, а это ни много ни мало практически 7 десятилетий, количество пациентов, нуждающихся в помощи, увеличивалось. Число хирургических вмешательств в стационаре возросло со 193 в 1950 году до практически 2000 в 2013. Начатые в конце 2010 года работы проводились активно на протяжении всего периода строительства. В корпус поставлялось только
только новое оборудование, удовлетворяющее всем современным требованиям. В палатах и кабинетах медперсонала создавались все условия для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, а сотрудники учреждения здравоохранения имели все возможности для оказания качественной помощи. И вот долгожданный момент настал. Первым оценил масштабы новоселья губернатор региона Анатолий Лис. Председатель облсполкома лично ознакомился с созданными в учреждении здравоохранения условиями для получения медицинской помощи. Финансировалось строительство в основном из областного бюджета. Затрачено в общей сложности более 250 миллиардов белорусских рублей. Новый корпус онкологического диспансера рассчитан на 220 коек. В здании разместились оборудованные палаты и центр стерилизации. Появилось торакальное отделение и реанимация. А на последнем, пятом этаже, 8 операционных, где будут проводиться самые сложные операции, которые теперь будут доступны жителям Берестейского региона. Объект вы сами, наверное, могли убедиться, что сделан качественно строителями. Прежде всего, строителям надо сказать спасибо. Значит, сам он по себе функциональный. Значит, видно, что и врачи работали в период даже, наверное, и при проектировании, потому что сделано все функционально для удобства работы, для удобства больных, которые находятся в палатах и в операционных. Вот сочетание такого, что возможности хорошие и для лечения, и качественные условия пребывания, вот достоинство вот этого корпуса. Поэтому я лично доволен, потому что все при мне, как говорят, проходило. Введение нового корпуса ставит перед персоналом областного онкологического диспансера и новые задачи, среди которых повышение качества оказания специализированной помощи, улучшение ее доступности посредством сокращения очередей и времени ожидания. Кроме того, уже сегодня ведутся работы по реконструкции помещений под установку нового оборудования – эмиссионного томографа, линейного ускорителя, компьютерного томографа и маммографа. Это позволит медикам выявить заболевания еще на ранних стадиях и сократит количество нуждающихся в сложных хирургических вмешательствах. И еще об одном событии. В декабре 2014 года на рабочей встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой был обсужден целый ряд важных и актуальных вопросов. Глава государства высказал мнение о том, что несмотря на серьезную работу, проводимую профсоюзами, и их заметную роль в обществе, свою деятельность членам одного из самых массовых объединений в стране все-таки необходимо активизировать. Это касается и укрепления материальной базы, и увеличения количества первичных ячеек на частных предприятиях и налаживания работы по поддержке декрета об ответственности руководителей. Среди мер, которые уже сегодня приняты для выполнения доведенных поручений, создание новых союзов на уровне городов областного подчинения по всей стране. Появилось такое объединение и в Бресте. На первом его заседании побывала наша съемочная группа. Анастасия Стропко продолжит тему. На повестке дня первого собрания Брестского городского объединения организаций профсоюзов стояло два вопроса. Первый касался непосредственно создания данной структуры в городе над Бугом, а также представления ее председателя. Возглавил Брестский городской союз Вячеслав Мельничук. Второй вопрос, организационный, был посвящен формированию совета, выбору заместителя председателя, а также членов президиума. Именно эти люди должны скоординировать работу всех первичных ячеек профобъединения областного центра, повысить ее эффективность, а также сделать профсоюзы еще более устойчивыми опорой гражданского общества. Президент очень пристальное внимание уделяет профсоюзному движению, дает важное значение им и, как заявил еще на четвертом съезде на очередном, о том, что это одна из трех главных опор гражданского общества, на которой строится стабильность, уверенность и развитие вперед. Вячеслав Мельничук до назначения работал в должности начальника социально-экономического отдела областного объединения. Активная жизненная и гражданская позиция, а также многолетний опыт работы в основных сферах, которыми занимаются профсоюзы, социальной и экономической, должны помочь Вячеславу Владимировичу и на новом месте работы. С таким резюме он был представлен участникам собрания председателем областного объединения Николаем Басалаем. Словно в подтверждение слов об активности, Вячеслав Мельничук практически с порога очертил круг задач, выполнение которых считает особенно важным и актуальным. Социально-экономическая защита работников – это основная работа. И это принято думать, что сегодня профсоюзы какой-то культурной работой массовой занимаются, спортивной. Да, это все очень важно. Но именно каждый работник должен почувствовать, что он под защитой профсоюза находится. Это наша основная задача. Мы будем встречаться
на местах с председателями профсоюзных организаций, с руководителями этих организаций и совместно думать по решению этих проблем. В 2015 году мы подумаем над тем, чтобы наше городское соглашение, должно быть заключено между Брестским городским исполнительным комитетом, союзом нанимателей города Бреста и нашим городским объединением организаций профсоюзов. В этом документе мы пропишем основные, так сказать, гарантии, права работников, социальный, значит, пакет города Бреста. Анастасия Стропко, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговую программу «Букинформ». Продолжаем разговор об интересном, актуальном, важном. Несмотря на то, что начало января, время праздников, отличного настроения, света и добра, преступность не дремлет. Мотивы, которые толкают людей на совершение противоправных деяний, порой не поддаются осмыслению. Особенно тяжело понять тех, кто идет, что называется, на дело, к примеру, в сочельник или Рождество. Дни, когда тепло и благодать буквально витают в воздухе. Вот и в этом году ночь перед Рождеством для сотрудников милиции областного центра выдалась неспокойной. Около полуночи возле одного из ночных магазинов города мужчина попросил женщину-водителя подвести его в район ЦМТ, так как он якобы не местный и плохо знает город. Он представился Иваном, сказал, что сам житель города Минска и плохо знает город. Женщина согласилась, однако по дороге в центральной части города он попросил ее завернуть в темный двор, где... неожиданно напал ее на нее. Отдел внутренних дел администрации Ленинского района города Бреста обращается ко всем гражданам, которые узнали нападавшего, с просьбой позвонить по телефону МТС 8029-220-03-98, 8029-823-65-90 или Волком 8029-686-72-79, либо по телефону спецлинии 102 в местный орган внутренних дел. Вознаграждение и анонимность гарантируются. 2014 во многом был знаковым для Берестейского региона. Кроме большого количества юбилеев, год отмечен многочисленными достижениями в совершенно разных сферах. Победный отголосок 2014-го пришел на Брещину 30 декабря. Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указ номер 650 о присуждении специальной премии президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства 2014 года. Среди 10 лауреатов – коллектив мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Чем сегодня занимается творческая команда профессионалов с большой буквы? А также, что значит символ славы и доблести советских солдат во время Великой Отечественной войны для наших современников? Ответ на эти вопросы вы узнаете в заключительном сюжете итоговой программы. Стены крепости и сегодня хранят тишину. Только иногда порывистый ветер прерывает неспешный ход времени, покрывая обледенелые стены мемориала тонким слоем снега. 7 десятилетий позади, но та могущественность и величественность, которую хранит Брестская крепость, остается нерушимой. Память – вот основа истории любого государства. Память о героях – это долг каждого из нас, наследников солдат Победы, который начал оковаться здесь, на берегу Западного Буга. Задача современников – сохранить это историческое наследие, чтобы спустя годы, приводя в цитадель детей и внуков, снова и снова рассказывать о том, что происходило на их родине много лет назад. То, что за годы существования Музея обороны, мемориального комплекса, мемориал посетили более 23 миллионов человек, это говорит о том, что наш мемориальный комплекс служит не только нашим людям, постсоветского пространства, белорусам, русским, украинцам, других национальностей. Видимо, он значим для всего мирового пространства, если так можно выразиться. Продолжают открывать новые страницы в летописи истории войны и сотрудники крепости. Последнее детище творческого исторического коллектива – уникальная экспозиция «Музей войны. Территория мира», которая торжественно открылась в мемориале 22 июня 2014 года. Инициатива, реализованная при поддержке Белтрансгаза, собственником которой является «Газпром», получила общественное признание и вместе с его авторами и вдохновителями в последние дни уходящего года удостоилась одной из наиболее высоких государственных наград – специальной премии за большой вклад в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Есть много и других замечательных музейных коллективов в нашей стране. Знаем, что некоторые из них тоже принимали участие, подавали документы на, в номинации на специальные премии президента нашей страны.
Но когда услышали реально, что указ главы государства подписан, и мы вошли в число номинантов, нам действительно было очень приятно. Это действительно оценка труда нашего коллектива всего, оценка труда творческой группы, художников. Сегодня авторы экспозиции с удовольствием рассказывают о большой и кропотливой работе, которая легла в основу исторического проекта, разместившегося в 8 сохранившихся казематах юго-восточной казармы крепости. В коллекции личные вещи защитников цитадели, дневники, записки. Даже бойницы и разрушенные снарядами стены стали неотъемлемой частью музея. Уникальная историческая составляющая удачно дополнена современными мультимедийными технологиями. К слову, в своем большинстве белорусского производства. Сенсорная книга памяти, полистать которую можно одним взмахом руки, информационный стенд с доступом в архив данных погибших, уникальное звездное небо, идентичное с тем, которое видели защитники цитадели в ночь с 21 на 22 июня 1941 года. За полгода экспозицию посетили практически 20 тысяч гостей. Для сотрудников музея популярность проекта – самая большая награда за грандиозную проделанную работу. Когда музей открывался, мы, конечно, думали о том, что посетителей будет реально много, потому что это новая экспозиция, наверное, на территории Беларуси. Такой экспозиции вот оригинальной нет. Музей Великой Отечественной войны, который был открыт в городе Минске, он тоже очень интересен, но он больше по масштабам, и там тема, конечно, более широкая, он тоже очень большой интерес представляет, но наш более такой камерный. И поэтому мы надеялись на то, что посетителей будет реально много, и на сегодняшний день можно сказать, что, наверное, наши надежды оправдались, потому что нас уже посетило более 18 тысяч человек. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БукТВ». Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «БукТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20 63 67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. Погода в воскресенье не порадует берестейцев. Шквалистый ветер, снег с дождем и сырость станут его спутниками. 11 января Брестская область, как и вся страна, будет находиться под влиянием глубокого антициклона, смещающегося с юга Норвегии на Финский залив. Ночью и утром на большей части пройдет кратковременный мокрый снег, ночью с дождем. В отдельных районах ожидается гололед, на дорогах гололедица, по северу метель. Во многих районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение ночи 3-5 со знаком плюс, днем 1-3 выше нуля. 12 января сохранится влияние заполняющегося циклона с центром над Ленинградской областью. Временами пройдет мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ночью во многих районах, днем местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха в течение суток от 0 до плюс 3 градусов. Атмосферное давление существенно меняться не будет.